Вы всегда говорили, что вам сложно заводить отношения с мужчинами, потому что вы женщина, которая сделала себя сама. Это им сложно. Они меня боятся. Чем покорил ваш мужчина, который сейчас рядом с вами? А у меня нет мужчины. Нет? Не, ну был, но я от него ушла. Почему? Он не стоит меня. Вот так. А почему? Что? В чем это выражается? Сердце недоброе. Вот так. Злое. А что должен сделать мужчина, чтобы покорить Ольгу Курилину? Иметь доброе сердце. Но настоящее, чистое, чистое нутро. И это не, как сказать, не схитришь. Потому что можно показаться добрым, но я это все равно увижу. Я вижу, когда это натурально или нет. Но за вами же, я уверена, ухаживают достаточно много молодых людей, добиваются вас. Некоторые нет. Если они мне не нравятся, они меня не добиваются. Ну, вы, Ольга, украинская красавица. А кого вы можете назвать красивым мужчиной? Какой он красивый мужчина? На самом деле, мужчине вот, физически красивым быть не обязательно. Потому что что такое красивый мужчина? Красивый с точки зрения эстетики, так он похож на девочку тогда. А это не всегда, я не уверена, что это мой стиль. В мужчине красиво другое. Это как он себя ведет, как он держится, его поведение в обществе. Мне кажется, вот элегантный мужчина, который хорошо себя преподносит, да, у которого хорошие манеры, который вежлив, да, он красив. И если у него при этом всем доброе сердце, да, и он интересный, то он красивый. Вы таких мужчин часто встречаете? Да, бывает. Часто нет. Часто ничего не бывает часто. Вот, жизнь слишком сложная. Но бывают такие мужчины, да. Надо просто, чтобы повезло.